У продавцов осталось всего 3 месяца на работу по патенту. С 1 июля в обязательном порядке все реализаторы перейдут на единый налоговый режим. Он включает в себя применение контрольно-кассовых машин. Сейчас налоговики на регулярной основе проводят разъяснительные работы на рынках. Сотрудники Первомайской налоговой службы рассказывают торговцам рынка «Азиз» о ККМ и в целом о налоговом режиме. Мы детально объясняем применение ККМ, ЭТТН, товарных накладных и счет фактур. Если годовой оборот продавца не превышает 15 миллионов сомов, то у него будет нулевая налоговая ставка, то есть никаких налогов продавец платить не будет. Чтобы продавцам было легче понять, мы специально сами приехали на рынок. Документы подготовим мы сами. Благодаря разъяснительным работам некоторые продавцы сразу оформили документы на приобретение бесплатной контрольно-кассовой машины. Свидетельство на аппарат налоговая служба предоставит им в течение 2 дней. Среди торговцев есть и те, кто уже перешли на ККМ. Они освоили работу аппарата и рассказывают, что он удобен в использовании. Я пользуюсь ККМ-аппаратом с 25 января. Оказывается, нет никаких сложностей. Нужно просто набрать сумму и нажать на печать. Главное, мы не бегаем по районным управлениям налоговой службы насчет патента. На единый налоговый режим постепенно переходят и продавцы рынка Худайберген. Благодаря контрольно-кассовому аппарату работа торговцев была сведена в одну систему, а налоговая отчетность упрощена. На ККМ мы пришли с декабря прошлого года. Согласно нашему обороту, наша налоговая ставка составляет 0,5%. Все легко. Аппарат сам считает квартальный отчет. Нам нравится. Налоговые инспекторы также объясняют торговцам о единой налоговой декларации, потому что у государственных и муниципальных служащих осталась неделя, чтобы отчитаться перед государством о своих доходах и расходах. Нами также проводится разъяснительная работа по единой налоговой декларации. Юридические лица должны будут сдать декларацию до 1 апреля, а физические лица, работающие по патентной системе, до 1 мая. Вся информация об этом есть на нашем портале Государственной налоговой службы. Отметим, что декларация является налоговой отчетностью. Издается она для предоставления информации об экономической деятельности субъекта, сведения о доходах, расходах и имуществе, необходимых для исчисления налогового обязательства. Ахмёр Нурдинова, Асхар Маратов, ЛТР, Бишкек.